Да уж, приехали. Один песок кругом. И жара. Хреново мне тут. Пойдем. Они из поселки там ждут. Все холодом от СНТ. Понятно. Что с бойцами, Дамир? Степан совсем плох. Остальные пока держатся. В нормальной форме получается только вот мы. Спасибо. Аня, вы с Дамиром отправляйтесь на разведку. Надо найти этот чертов бункер и убираться отсюда. Вот только, товарищ полковник, непонятно, как потом отсюда убираться. Воды в котле осталось разве только чайку заварить, а топлива и вовсе нет. Да, эту проблему тоже надо решать. Анна, Дамир, вторая задача — поиск воды и топлива. Сэм, поднимай бойцов. Готовимся к обороне. Так точно. Скоро увидимся. Будь поосторожнее, хорошо? Артём, надо выяснить, кто эти типы на машине. По виду обычные бандиты, но рисковать нельзя. Машина шла в поселок. Похоже, у них там пункт связи. А значит, какая-то информация там должна быть. А нам сейчас все будет кстати. Когда будешь готов, выдвигайся. Крест, а твоя дрезина наш состав Привет, потянет? Чисто. Артём, иди сюда, дело есть. На разведку собираешься? Глянь, пригодится. Я тут отличную штуку сообразил, как сделать. Высверлил пару шариков для тихаря и начинил взрывчаткой. Разрывные пули, короче. Можешь сам попробовать. Там все несложно. Пушки не забывай чистить регулярно. Песок, сам понимаешь. Раньше была и камера хранения. Рухляди всякой полно. Надо будет прибраться.
Фух, а солнышко-то припекает. Окей, занимаем оборону. Ты давай в хвост поезда и бьешь паровозу. Я тут пока наведу порядок, потом Степана перенесем. Здесь прохладнее, чем в вагоне.
нам сюда приехали!
вроде всем уже показали, что на нашу землю без приглашения соваться себе дороже. Гости, видать, из непонятливых. Ну или издалека. В любом случае надо разобраться, что это за черти и чего хотят. Кого надо, вызову отдельно. А остальные пока готовить тачки, пушки и бычье из рабов. Скоро все это может понадобиться. Всем отбой! Барон сказал!
Зря вы к нам сюда приехали!
Привет, Артём. Вроде и солнце зашло, а все равно душновато, скажи. Аврора, Аня, ответь, прием. Аня, как связь, прием. Здорово, Артём. Ну как? Хорошо, слышу, хорошо. Почему на связь не выходит? Отлично, все-таки нефть вокруг. Священному пламени наверняка понравится. Зачем подходил сначала? Так хватит! В контакт не вступать! Действовать максимально осторожно! Повторяю, задача просто наблюдение, ясно? Доклад каждые полчаса! Конец связи! Пушки не забывай чистить регулярно. Песок, сам понимаешь. Алёша, ты как, не жарко? Может, полежешь на пару минут? No, sir. I am on duty today.
же делами были. Да, бля, я как контейнер скрыли, сначала подумал, что лоханулись. Вот раз в жизни повезло, нашел добро до военное. А там игрушки, брат, ладно с нее. Да, иногда и хорошим людям везет. Ты глянь, все в масле. Сколько времени только под водой пробыло, и хоть бы что. Эй, нахера было так нажраться? Башка, сука, трещит, а полечиться нечем. Попадалово, сука. Проверить все надо, а то тут и другие могут прятаться. Обыцы! А где сучара эта? Надо искать, бля! Надо все обыскать, а то их тут, наверное, еще хер знает сколько. Хоть бы заметить сволочь первым.
Артём, Дамир, новое задание. На связь вышла местная жительница, Гюль. Она находится на маяке, отбивает атаку бандитов. Если поможем, готова провести нас в центр связи. Такую возможность упускать нельзя, поэтому поможем, но аккуратно. Выполняйте. Конец связи. Связь вышла местная жительница, Гюль. Она находится на маяке, отбивает атаку бандитов. Если поможем, готова провести нас в центр связи. Такую возможность упускать нельзя, поэтому поможем, но аккуратно. Выполняйте. Конец связи. Сука.
что мало ли, всякое бывает. Ну где ты, падла? Вижу! Ты тут все вверх тормашками, а то тут еще сотня может прятаться. Да что там вообще искать-то сейчас? Хрен его знает. Хоть бы сейчас никакая сука не напрыгнула. И во слину чушкан пробитый! Во слины вышли! Я эту пакту выжимаю! Разбаку в пакту рядом бьет! Thank you.
Thank you.
возьмете. Хоть весь остров сожгите. Но если без нее вернетесь, я из вас всех баб сделаю, поняли? Всем отбой! Барон сказал! Thank you.
Заказано! Ловушки все убрать! Это шмары везде, как из рук! Сам же видишь, эти пацаны заплатят, сука! Это же... Да. Когда-то вообще было так спокойно? Что-то не припомню. Да, побыть для разнообразия в спокойном месте, это, конечно, красота.
Эл-Теремин! This game. Опущу. Это Ланес! Артём, да? Проходи. Кто убил Мунай Бай, мой друг? Мунай Байлер, народ Гюль весь в кун. В рабы превратил. Меня так же хотел. Лучше смерть. Маяк, как слышите меня, прием? Маяк, ответьте. Наш человек, план, прием. Слышу хорошо. Ваш человек помог мне. Гюль в долгу. Но зачем вы здесь? 5 лет никто не приходил. Один Мунай Байлер. Гюльнара, что вы знаете об антеннах возле вашего маяка? Раньше до войны центр связи был. Мама работала офицер связи раньше. Брошен давно. Был там после войны, искал следы мама. Ничего не нашел. Брошен. Услуга за услугу. Мы помогли вам, помогите нашему человеку попасть внутрь. Хорошо, я помогу. Артём, надо найти архив. Он должен быть где-то рядом с командным центром. Ищи снимки за послевоенный период, только свежие. Года с 2013-го. Дамир скоро будет там, можешь на него рассчитывать. Конец связи. Если идти сейчас надо... Пока новый Мунай-собака не приехал. Рабочий верстак. Если надо, пользуйся, да? Там всякая опасность может быть. Умный человек не ходит. Ты умный, но у тебя выбор нет.
Ха-ха-ха!